Помните, Илья Джун по собственному весу легче Кристины Йову, а в рывке они показали одинаковый результат по 100 килограммов. Жаль, но, видите, с груди растолкать 120 килограммов Кристину Йову не смогла. Посмотрим, что скажет ее соперница. В борьбе Кристина Йову выступает замечательно, а вот про Лия Джун мы пока еще ничего не знаем. Именно по этой причине вот этот подход Кристине Йову был архиважен.